ждем кого-то и покажу новинки. Да, привет, привет. Покажу пока вот эту модельку невероятную. Я в нее просто влюбилась, у нее еще удивительный цвет лица. Ну, еще будет полноценный эфир, скорее всего, вечером. Ну, я думаю, после часика 8. Так. Еще одна невероятная модель. Куча. Белое золото. Фиалковое лицо. Линза, хоть она и прозрачная, но она фиолетового, такого фиалкового цвета. Очень красивая. Да, это, кстати, дорогая очень модель. 600 евро стоит, минус 20%. Но все равно очень дорогая. Но, конечно же, она невероятная. И резистор, да, у нас есть и резистор очки. Давайте вечером покажу, потому что сейчас показываю новинки, которые получила прямо сейчас. Вот, а вечером эфир будет, есть полноценный резистор, много разных моделей. Я в истории выкладывала, есть не только Astra Girl, кошечка такая цветная, есть еще много других. Ну, кстати, Astra Girl уже заканчивается, очень много завтра уедет в Алматы, поэтому, если вас интересует какой-то цвет, пожалуйста, мне напишите на WhatsApp или на Viber, кому как удобно. Есть еще черный, синий, золотой, кажется, уже фиолетового нету, вот, ну, возможно, есть еще розовый, но не буду обещать. Так, еще Gucci приехали более скромные, я бы сказала, в классической интерпретации, черные, с градиентом. Завтра одна модель поедет в Россию, в Москву. Да, сегодня тоже еще одна моделька уезжает. Широкий пластиковый заушник, квадратная классическая форма, градиент на линзе. Тоже очень здорово. 290 евро стоит, минус 20%. Также, как и обещала, кружочки. Кружочки Gucci. В синем цвете с глиттером, да, если не знать, что такое глиттер, сейчас расскажу. Мелкая такая крошечка, да, наверное, сейчас не будет видно, но это синий цвет, темно-темно-синий с глиттером, коричневая градиентная линза и такая же модель в черном цвете. В черном цвете отличается тем, что у черной градиент серо-черный. Сегодня у нас ветрено. Так, черные. Так, еще Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana кружочки. Кружочки такие цветные. Разноцветная, она бывает разных цветах, бывает
розового к белому, от голубого к белому. Мы в Киеве находимся. Так, Дольче & Габбана. Теперь у нас идет Версаче. Версаче кружочки тоже сейчас очень популярная модель. Это такой розовый цвет. Розовый, еще бывает серебро. Ну, их там много цветов. Если вы можете полистать ленту, у меня ниже в ленте есть все цвета этой модели. Золотой и так далее. Вот это розовый. Так. А, может быть, сейчас покажем вам Шанель. Вечером, кстати, вот я всем еще тоже говорю, что вечером сделаю тогда полноценный эфир. Это в... Где-то ориентировочно 8 вечера по Киеву или Москве. Время одинаковое. Шанель. Необычная модель в том плане, что все привыкли к классическим Шанель. Цветные кружочки или там новые сейчас металлические. Вот это такая лакированная. Привезена модель для моей постоянной клиентки. Очень красивая модель, и ее нету у дистрибьютора ни в Украине, и в Италии эта модель тоже доступна только под заказ. Тоже линза с градиентом, синий глиттер. И видите, модель необычна тем, что идет оправа, а линза идет поверх оправы и даже выступает за ее пределы. Очень необычная. Так, какая их цена, Франческа? А про какую модель идет речь, подскажите? Про... А то мы так много уже вам напоказывала. Так, Миу-Миу есть. Том Форд. Ага, Том Форд. Том Форд еще покажу. Версаче, какая цена? Смотрите, там 210 евро, минус 20% Версаче цена. Да, чуть ниже в ленте в моей есть пост с этой моделью, есть цена, и там даже есть фотография в карусели, да, то есть листать надо. И там есть все цвета. О, пинчулик, да. Что за очки новые появились? Коричневые, как будто битые сверху, они круглые. Интересно. Интересная задача. Очки, это вы их в принципе видели или в моей ленте вы их видели? Да, о, кстати, Гуччи еще. Гуччи, ослепленные любовью. В двух цветах. Да, Пинчурик, жду от вас сообщения. Интересно, что за очки такие новые, коричневые. Круглые, коричневые, круглые. Надо будет посмотреть. Плохо видно, но это, видимо, 3G. Давай свой раздам. А ты посмотри, надо сейчас проверить, действительно плохо видно. Или это может быть... А, видела на Зарине. Я поняла. Дело в том, что Зарина, я думаю, это... подружка, да, Аленушка Лайф и так далее. Она вообще владелица оптики на Крите, острове Крит. И у нее эксклюзивные бывают очки, такие бренды, которые вообще нигде не, больше не представлены. Плохо, да, видно? Давайте, сейчас я переподключусь.